Сморозки топ-сад. Вы не поверите, а душ, который мы использовали 3 года, пластмассовый, вдруг вода стала какая-то неприятной. После душа все-таки черт чешется. Я залез наверх и попробовал этот душ посмотреть внутри. Я за 3 года, которые оставались не вскрытые, этот душ, я обнаружил совершенно невероятные условия, невероятные вещи. Вот, сняв бак, мы с удивлением обнаружили о том, что в черном, наглухо закрытом баке прекрасно растут водоросли. И вот смотрите, за 3 года здесь наросло невероятное количество, если вам видно, невероятное количество самых различных водорослей. И вот мы вынули одну из них. Вот такой слой флоры и, наверное, фауны находится в каждом баке, если его не мыть, а не прочищать. А что надо сделать, чтобы вновь получить настоящий, красивый, чистый, приятный душ, сейчас расскажем в следующем эпизоде. Взяв обычную щеточку на палку, мы попробуем сейчас зачистить дно. На наше счастье, оказывается, самые главные наросты от микроорганизмов растений водорослей оказались на дне. Стенки и верхняя поверхность бака практически остались чистыми. Заглянем туда внутрь, что там видно. Отделяется достаточно легко, просто, но все равно требуется некоторая химическая доработка. И мы применим перекись водорода. Душа, вот у нас перекись водорода, пузырек на 50 литров. Рассчитываем и добавим, мы вычистили, механически вычистили. Добавили здесь где-то около 50 литров воды. Доливаем для того, чтобы перекись водорода прекрасный антисептик убивает все. Кстати, если вы имеете очистительные установки с обратным осмосом дома, все равно каждый год надо обработать все накопительные емкости, баки перекись водорода. Это очень поможет вам получать качественную воду, которая, конечно же, является одним из основных носителей нашей с вами долгой жизни. Уровень воды мы налили достаточно, показывает полный бак. Мы его прочистили, добавили перекись водорода. Бак наполнен, вода у нас течет. Как видите, вот видите, прекрасно идет течение. А еще для ручного смыва ног мы используем вот такой крантик. То же самое под давление прекрасно. Ну и естественно, что поддон под ноги и для переодевания, все это установлено. Итак, душ готов для функционирования новым летом 2017 года. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Владимир Самородский, Топ-Сад.